Профессор кафедры живописи и композиции художественно-графического факультета Кубанского государственного университета Виктор Денисенко хорошо известен нашей стране и как ученый, и как художник. Поэтому общение с ним учащихся и преподавателей трудно переоценить. Его живопись продолжает традиции отечественного реалистического искусства. Он считается традиционным художником и уверен, что это наиболее близко к произведениям русской школы живописи. Мастера русского реализма по праву называют передвижником. Он не только успешно преподает в ведущем вузе Кубани, но и проводит множество выставок, мастер-классов и творческих встреч. В этот раз я привез этюды, которые являются основанием для написания работ. Кратко поясню, как идет процесс, для того, чтобы они представляли себе в дальнейшем творческий путь. Ну и, конечно, главная моя задача – посвятить их вот в нашу профессию, то есть рассказать о том, какие вступительные испытания ожидают будущих наших абитуриентов, рассказать об этих вступительных испытаниях, показать образцы работ. Художник любит писать пейзажи, потому что эта работа дает возможность общаться с природой. В свободное время старается куда-нибудь выезжать. Природу ему нужно увидеть своими глазами, почувствовать. И только тогда, на основе наблюдений, появляется этюд, а затем и рождается картина. Это и есть традиционный подход к живописи в действии. Говорили о том, что вообще исчезло искусство реалистическое. Но, как вы видите, оно живет, вот, процветает, развивается, и я думаю, что будет жить вечно, поскольку нельзя сбросить со счетов великого Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, ну и, конечно, наших художников. Здесь представляю этюды, а вообще, конечно, у меня достаточно количество картин. Ну и каждое лето – это как раз время отдохновения от вот этих всех студенческих дней, это время творчества. Это уже третья встреча Виктора Денисенко с юными славянскими художниками. Конечно, это очень полезно и для учащихся, и для преподавателей. Факультет художественно-графический – именно тот профиль, который интересует наших выпускников. Сегодня Виктор Иванович привез образцы работ абитуриентов. Он расскажет детям, какие требования на экзаменах, помимо того, что он познакомит их со своим творчеством. Мастер-класс прекрасного художника и педагога помог ребятам ответить на важные для них вопросы, что облегчит жизнь и творчество юных. Они также будут восхищаться красотой нашей малой родины и воспевать ее в своих работах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».